Минтранс Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова до конца сентября подготовит доклад об оценке дорожных работ в нынешнем сезоне. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтировали 37 участков, а при переходе на новый ГОСТ увеличатся и гарантийные сроки. На этой неделе областные власти проконтролируют и ход дорожного строительства в Новосибирске. Совмещение работ по ремонту дорожного покрытия с приведением в порядок колодцев. Потому что, ну, мы помним, да, проблемы прошлых лет, когда асфальт новый, а колодцы просажены, и это, соответственно, портит эффект от проведенных работ. Для того, чтобы разобрать, какие подходы новые и кто в итоге несет ответственность, предлагаю на этой неделе выездное совещание с собственниками этих колодцев, с коммунальными предприятиями, с дорожниками.